перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Да? Бля, базару нет. Я знал фотки одни, бля, с голубями. Че за фотки с голубями? Ну, бля, с команды голубей. А, ну так и должно быть. Пау, пау, пау. Завершить надо, мне кажется, уже. Мы сообщим вам, Сара, привет. Привет, привет, салют. Салам алейкум. Бля, выключи звук, Арт. Че-то пиздец. Так. Да, 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 я сегодня решил провести эфир в инсте, поскольку мы выбрались в город. Решили почекать, что у нас тут нового, короче. Намутилось. Всем-всем салютейские летят. Дай сигарету, кореец, пожалуйста. Пожалуйста. Ну что, расскажете? О, на связи, базару нет, Архангельск. Салют в Архангельск летит. Мой кореш Витя Бови оттуда, кажется. Ну, от души. Такс, 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 Палндропов. Как жизнь, Кирюша? Как я тебя разъебал на батле, нормально, а? Салют, салют. Всем с дебютом. Да, 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 мы решили сегодня... Мы с моими хоумис решили сегодня провести трансляцию в инсте. Поскольку мы выбрались в парк погулять, посмотреть, сладкую вату похавать, бубалеху попить. О, от души, братан. Чё там, Кирюш, готовишься к батлу следующему? Смотрел Талибан DC No Limit? Братан, я был там, я это вживую видел. Какой у тебя размер? Размер чего, брат? Дадаев зашел. Дарик. Салам, салам, салам. Всем летит салют. Хочу в Казахстане бухануть. Бля, Кирюха, бери, бери билет, заебал. Там у тебя с Владимира. От Москвы в рублях. Ну, 20к рублей стоит, короче, билетик. Можешь прилететь туда-назад. Я тебя тут встречу, поживешь у меня. Город покажу. Я тут сегодня вот экскурсию по городу проводил чуваку с Павлодара. С Павлодара. Пацан с Павлодара приехал. Салам Алексус. Салам Алексус, салам Алексус. Когда третий этап выйдет? Ну вот батлы с этого. Сейчас же этот корпоратив голубей выйдет в воскресенье. Должен выйти. Потом еще батлы с Versus, с газа будут выходить. Потом уже, соответственно, выйдут батлы. Че там? Салют, Павлодар тебе. А, ты смотришь же трансу, да, брат? Из боба смотрите, что ли, трансу? Ебать, выйдите? Так нормальное количество людей будет. Как выйдите? Да мы же смотрим. И не смотрите на этот позор, пацаны. А, точно. Ну чё там веселого? Чё там классного напишите? Дадаев, Дадаев, ты с работы, да, походу, блядь, этот? Сидишь, смотришь, делать некуда там на работе у тебя. Мы тут вот недалеко от тебя на старухе присели. Были балмуздак, кушали, короче, там. И в себе своем. В Ланчжоу зашли. С газа еще сколько батлов будет? Ой, не знаю, не помню. Но достаточно, ну там батла... Два точно еще будет. Так, рэп-перископ-майки.орг. Да-да-да-да-да, заходи, не пожалеешь, бро. Я удалю эту трансляцию после того, как она, бля, закончится. Я никогда не этот, не сохраняю трансляции. О, Каин присоединился, салютик, салютик. Еще три батла, да, еще три батла, это типа 9 очков. А? Нормально сказал? Как бог сказал. А, это ты про газ, а я думал про мои три батла. Так, что там? Ольга Петрова. Здравствуйте, Ольга Петрова. День добрый.
Захар Бир. Всем-всем-всем, кто только-только присоединился, салютейский. Мы ведем трансляцию. А сколько, где тут время пишется, сколько трансляция идет уже по времени? Я за вас. Ой, спасибо большое. Мы тоже за вас. Рома Рич. Какой, по-твоему, лучший батл с газа? Он еще не вышел. Будет еще один батл на BPM, бля, он просто шикарный будет. Во всяком случае, мне вживую понравился. Так. Да-да-да-да-да, Хамидуллин Станислав, оказывается, в курсах за все эти движения. Что там еще веселого расскажете? Салам в Краснодарке, салам. Алейким, алейким. В Могилев, ну, новое название для города. Я ни разу не был там, Евгений, в Могилеве. Я думаю, там весело, интересно. Пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау. Рэмбо, Муфаса, класс. Ну, да, неплохо, неплохо. Дерзко было. А-на-на. А-на-на-на-на. Короче, чё, кто соты? Кроме Эльдарика. Давайте двигайте на старуху, мы тут кайфы подрубаем. Сейчас травмадол купим. Эй, что-то смотри, в ВК надо идти. Здравствуйте, здравствуйте, Столяров Егор. День добрый вам. Ту-ду-ду-ду-ду. Я не знаю, может быть, забанил. Я не знаю, не чекал. Я этот, кто отписывается, короче, автоматом баню. Кто этот в подписках сидит? У кого я оказываюсь в подписках, я их в автомат же есть, в ЧС кидаю. Так. Всем, всем, кто только присоединился, добрый день, здравствуйте. Как ваше настроение? Я сказал добрый день, здравствуйте, и тут люди обернулись такие, типа, как будто им. А я такой, не, я не вам. Сара, крутая аватарка. Да, тут аватарки прикольные у людей. Надо тоже поменять, обновить, что-то новое сделать. Ну что там, по батлам вопросы какие-то есть у вас? Алло, народ. Замечательно дела. Солнышко светит, травка зеленеет. Ну, бля, это, наверное, из-за того, что у тебя Алтан? Что у нас за связь? Билайн. Да, вероятнее всего, это из-за связи. Привет, 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 салют, здрасте. Когда третий этап? Ну, третий этап вот-вот должен уже выйти. Вообще его отсняли. Дарья Даркнесс пишет, ты на них не ответишь. На блок вечером идешь? Да не, вряд ли, вряд ли. Вечером писать буду на одного типуля текст. Уже на четвертый этап. Смоки как, подтягивает? Да, конечно, Смоки пиздюлей раздает там конкретных. Так, когда третий сезон буду транслировать? Третий сезон, ну он как бы уже прошел, если вы про Фрешблад. Там, насколько я помню, Терепс победил. Так. Рвать на битах смотришь или РБЛ? Не все. Этот, типа, рвать на битах, а там кто? Этот, нормальные пацаны. Очки. Очки по кайфу. Нормально у меня, заебись, очки мне по кайфу. Слева или справа? Слева, да. Что, сломал их? Погнулись, походу. Да похуй. Откуда идёт эфир? Я нахожусь сейчас на Старой площади. Это пересечение улиц Блейхана и Гоголя. А, нет, даже зачем это... Зачем ты Макофе выебал? Ну, бля, так вышло, Евгений. Я не хотел, да? Топ-5 лучших батл-рэперов. О, этот, тот самый Коля, короче. Топ-1 тот самый Коля, потом там Хэллоуин нормальный батл рэпер. Кто еще наркоманы есть нормальные такие? Не. Ну типа тот самый Коля, Хэллоуин, у них мне нравятся их батлы. Они что-то новое привносят в батлы. То есть там не просто какая-то стандартная деконструкция образа. Там различные фишечки, прикольчики. Вот. Ты сломала те очки, которые я подогнал?
Я даже не помню, какие очки я тебе... Я же их Кирюхе подогнал, по-моему, Дропову, эти очечи. Да, я вспомнил про какие-то очки, пончик квадратный. А эти тоже я сломал, видишь? Только что надел. Оксиминог нормально, наверное. Оби-Ван, да-да-да, Оби-Ван круто батлит, мне очень нравится. Мне очень понравилось, как он разъебал Микси. Алик Нун присоединился. Вот, Алик Нун тоже свой человек. Человек, который снимает техноблоги. А что это за хуйня вылезает, помахать? Я просто типа не шарю. Ну вот кто присоединился, просто начни помахать. Он типа машет. Ручку передает привет. А, прикольно, прикольно. Красавчик, Радик, у меня еще... Хочешь, я еще один куплю тебе, перепродам его? Ты что, проебал мой ту? Пиздец, бедолага. Почину его в ответ. Пиздец, жаль. Что ты нож проебал, который я тебе подогнал. Хочешь, ствол подгоню? А вон, смотри, ручки машут. Не до конца понимаю все эти приколы. Артемка, ну Артемку я знаю, блядь, надо помахать ему тоже, да? Не до конца понимаю эти приколы. В этой трансе. Ну что-то веселое. Так что, короче, народ, у кого есть желание стыкануться здесь на старухе? Она откатала. Чуть жизнь побалаганить. А, ты их отжала у Кирилла. Ну ты молодец, конечно. Ты ему взамен что-нибудь подогнала хотя бы? Потому что я Кирюхе взамен этих очков... О, то есть он мне подогнал свои очки взамен. Вот этих дерзких белых. Край мира. Всем-всем привет, все машут. Да, здрасте. День добрый. Сегодня понедельник, да, у нас? Из-за этого, наверное, такие накладки. Главное, не забудьте сказать, как ее потом удалить, эту хуйту. Каких-то конструктивных вопросов не происходит. Ты отключил? Да? Нет. Можно еще секрет? Давай еще покурим. Что-то пиздец. Еду и женщину. Ой, ты подогнала ему еду и женщину? Ты молодец. Это весьма-весьма достойный поступок. На душу. Спасибо. Пакеш, смешарик, чё, не понимаю. Вчера Мирон просил батл со мной. Но я сказал, что он еще не слишком важный курица. А, ну да-да-да, в принципе так и есть. ЗБ? ЗБ неравнодушен ко мне? Ну это не удивительно. Мы с ним очень старые, знакомые. 1000 лет буквально друг друга знаем. Здорово, здорово, Артём, как жизнь у тебя? Как тебе интервью Ивлеевой? Честно, не смотрел? Я только вчера, да, мы об этом, про эту тему говорили? Да. Там какие-то неплохие шутеечки были. Вот. Потравили немножечко. Что там про размер? Про размер члена. Да, про размер члена мы шутили там. Да, она что-то такое сказала. И про ЛДЖ. Ну, забавно было, потрещали. Вот, а так я не смотрел это интервью. Да, Александр Весельков, привет. Помахать. Все, теперь я понял, что надо махать, оказывается. Это жестко. Так, что там еще, какие вопросы у вас будут, господа офицеры? Тёма, подъезжай на старуху. А, он на работе же, да, походу? Айтишник, бедолага. Ах, сука. Бля, я специально надел очки, чтобы в глаз не попадал пепел. Он один хуй прилетел. Птичий пепел. Лети в Беларусь. Бля, может быть, как-нибудь там побываю. Говорят, в Минске здорово. Так, я только начало смотрел, а дальше надоело. Ты сейчас про что? Братан, чё там? Да ничего, нормально. Тихо, тихо, тишина тут. Кто с тобой рядом? Со мной рядом Раш Трярио и кореец Артур с Павлодара. Тёма, он так и будет до сих пор подъебывать. Ну я же в СПБ только на батлы летаю. Так остальной период своей жизни никчемный. Я нахожусь здесь, в Алмате. К вам тусить.
Ну, у Кирюхи спроси, когда там этап следующий. Вот. У меня, кстати, я все проходки уже забил, сорян, пончик. У меня так случилось, что, блядь, серьезные люди подлетели. Вот. Стас Эйкак просто... Причем, знаешь, юмор в чем? Я даже не знаю, кто такой Стас Эйкак просто. Говорят, он серьезный дядя. Ну да, говорят, что у нас с ним внешнее сходство есть. Но я реально не смотрел ни одного этого дота. Зашли в достойные дворики. Купили, блядь, самое жесть. Мощное мороженое, какое можно было взять. С какой-то всякой хуйней непонятной. У нас тут происходят рамсы реальные. Да, мы опять в тот же дворик. Да, вот в этот опять дворик пришли. Не очень. Ебать, оно капает, это мороженое. Вся рука уже. Эту печеньку, а хуй его знает, как ее есть. Печеньки, я же просил, корейцы, не надо печеньки. Короче, мы тут... Я вам сейчас буду проводить экскурсию. Показывать местные локации. Знаменитый двор. Самый четкий двор, какой можно придумать. Пойдем на мусорку. Как бы, короче, у нас, ну, достаточно тепло, градусов 28-26, да? Вот, короче, тут реальные гангстеры находятся. Мы сейчас плавно, медленно, но уверенно двигаемся на парашу. Как бы я просто не знаю, где еще тут находиться, наших знаменитых алматинских дворах. Как видите, у нас с парковкой тоже немножечко проблемки. Да, надо чекнуть лицо. У нас тут все замечательно в Казахстане. Салют, салют, приветики всем, кто только-только подключился к нашей крутой трансляции. Короче, алматинцы сразу могут догадаться, что мы рядом со зданием КазНИПИ Энергопром. Рядом с ЦУМом. Вот. Ситуация здесь довольно спокойная, тишина, никого не режут, никого не убивают, на удивление. Сейчас покажу вам местных лесбух. Ну, вы думаете, я шутил, когда говорил, что я иду на парашу? Нихуя. Мы действительно шли на парашу, пацаны, чтобы здесь можно было тихо доесть это. Вот эту достойную вещь, пиздец, она вся капает просто. Это, короче, баблгам. Что там еще из вопросов было? Помахать надо. Помахать. Бля, Смоки Моб, кажется, присоединился. Трансе. Ты в Питере? Ну да. Это похоже на Питер, на самом деле. Самый настоящий Питер. Инт. Короче, ну мне на самом деле понравилось. Да, что OG взяли. Это как минимум нестандартно было. Ебать. Да, OG реально разорвали. Ну, бля, как, 3-2, нормальный счет. Как у вас течет мороженое? Бля, а почему у тебя не течет, пидорас? Пиздец. Мирон или Слава, бля? Лига Гнойного, вот что я выбираю. Лига Гнойного, самая нихуевая тема, какая есть. Он же тебе без форса, шапка ебан. Да, Гнойный мне как-то даже до того, как я попал на Версус, Гнойный мне в личку писал. Говорит, ты пидор, нормально. Ну вот, короче, вот такие движения у нас тут происходят. Иди сюда, включай на крышу, машинки ездят.
кореец с Павлодара достойное мороженое нам подогнал. Как обычно, да. Бля, Павлодар-то мой прямой был. Ну тут, короче, ЦУМ, самое ебаное здание в городе. Это просто туалет, жесть. Вывеска туалет. Бесплатный туалет, все. Какой прогноз на ФБ? Витя Бови выиграет ФБ? Я в него верю. Я надеюсь. Вот. Капец тут. Совсем не заметил, как летит время. Оказывается, сегодня понедельник, рабочий день. Люди работают. Тут, кстати, вот на вот этой парковке меня как-то в жизни один раз чуть не гопнули. Я их нахуй послал и убежал. Каракурт? Слушай, Каракурт уже не замутит турнир. Потому что, скорее всего, уже замутили LMT Battle, называется он. Офигительная площадка у нас в Алмате, с хорошей организацией. Вот, его замутил Фризи. Вот, так что скоро и наши батлы будут подкатывать. С кем из нашей команды наиболее лучшие отношения? Ну, с Вити Бови очень хорошие отношения у меня. С Майлзом, с Парагрином. С Сойером и с Браги у меня хорошие отношения из нашей команды. Ну и со Смоки Мо. У меня со всеми хорошие отношения. Не, я сказал Сойера. Голкила. Извини, пожалуйста, Марабу, я не знаю, кто это. Я слышал про Голкилу. Я так понимаю, это кто там. Кто-то на битах батлит, насколько я понимаю. Но мне на битах только Исла де Муэрто вкатывает. Слово... После фрешблада творчеством заниматься будешь по-любому. Однозначно. У меня пиздец мороженое, жесть. Потекло все. Когда мороженое видит меня, оно начинает течь. Когда я его ем, она течет в два раза быстрее. Разъебешь Окси. Ну смотри, короче, ПМ, он типа из тех, кто разъебет Окси. А я с ПМом, ну чуть-чуть проебал ему, ну чуть-чуть. Соответственно, я с Окси примерно на одном уровне, так что хуй его знает. Не, я не смотрел этот батл. Бля, салфетки запасные брали вообще, пацаны? Нет, да? Пиздато. Шорты. По старинке, жесть. Сейчас. Йоу, где надо? Хуй его знает. Да я молчу, просто ем мороженое. Сейчас доем мороженое и начну показывать вам красоты. Своего лица. Не, не своего лица, а арматинского арбата. ПМ из тех, кто пососет крикливые мексиканки. Не, брат, не, брат. Я так не думаю. ПМ, кстати, этот. Жесткий парень, мне очень нравится, как он батлит. Карасун, короче, да, я понял, Марабу, извини, пожалуйста, я просто сейчас не могу нормально проговаривать слова, потому что я весь чуть не в себе. Так, Адиль или Баха? Адиль, по-любому Адиль, братан. Баха не особо вкатывает мне. Ну, вот всякая жизнь. Ходит шелупень. Любимый панч у меня. Ну слушай, они часто меняются, типа какой-то новый панч выходит. Мне вот с Лиги Гнойного очень понравился панч Балбиска. Типа, ты веган, поэтому не можешь набухаться в мясо. Типа, что-то ты набухался в салат, охуительный панч. А так, типа, этот у Майти Ди самые крутые панчи.
типа, твой папа ел банан у тебя, встал, охуительный панч. Там, я сунул вагину руку, ее кто-то пожал изнутри, тоже базару нет, панчлайн. Самый хороший панч — это халям-балям. А, ну халям-балям, да, базару нет, панч, халям-балям, кайфовый панч. Летай, летает, нет, летай, пляшут. Летай, плясун тот еще. Так. Бля, у меня все руки в этой хуйне. Прикиньте. Я заебался мороженое. Ты уже устал, да, его есть? Пиздец, оно достойное, это мороженое было. Майти Ди, пушка. Ну, тут, короче, Майти Ди, да, Майти Ди, жесткий пацан. Джекали попса, да не то чтобы попса. Сейчас, на самом деле, грани все эти достаточно сильно стерлись. Соответственно, тяжело говорить об этом, обо всем. Бови головка, да, Бови головка нормальный. Так, уважаю Галата за одно очко в твою пользу в батле с ПМом. Ой, Ольга Петрова, я его тоже очень сильно уважаю. Тоже уважаю Галата. Ольга Петрова, вы кто? Он молодец, Галат молодец. Так, ну что, самое время начать, покурить, еще сейчас мы перекурим и начнем проводить, да, проводить трансляцию по красотам алматинского гетто. Говорит, лучше панч. Готово. Кто говорит? Я что-то... Третий этап уже был? Да, третий этап уже был. Да. Он пишет, будет спанч. Это форум пидор, иди. Оксимирон со Смоки подрались в третьем этапе. Дайте сигареты, пожалуйста. Сейчас, покурим? Я могу. Так, я тот, кто топит за тебя. Ой, спасибо большое. Очень. Очень приятно слышать и читать такие вещи. Да, читать скорее. Со мной сидит Кирюха и сливает все результаты. Базару нет, Кирюха, красавчик. Салют ему передавай. Базаришь, базарю, братан, я базарю. Короче, в общем, сейчас я перекурю и начну транслировать вам то, что происходит у нас в городе. Проведу небольшую экскурсию, 5-минутную, расскажу вкратце обо всем самом хорошем, лучшем, шикарном, прекрасном, чудесном. Замечательным, великолепным. Лоб был. Бля, лоб. Дай мне свою, а то эта пидораска не хочет гореть. Базару нет. Ну, в целом, ситуация, значит, обстоит следующим образом. Мы сейчас находимся на точке А. Точка А, Параша. Вот, мы сейчас уйдем с Параши в точку Б. Точка Б будет... Другая мусорка, наверное. Почему так редко... Трансу оборвал я не специально, она сама оборвалась, чисто случайно. Вот. Самый плохой МЦ на ФБ-4, мое мнение. Мое мнение, вот этот человек, сейчас я вам его покажу. Это самый плохой МС. Стас, ты где шаришься? Чувак, ты что, не можешь узнать эти районы, это здание? Это же место, где ездят мопедисты. Бля, транса скоро тоже оборвется, у меня зарядка кончается, прикинь. Пауэрбэнка нету ни у кого, да, пацан? Все, сорян, скоро. Оборвется. Вот. Привет. Что там происходит? Пончик, пиздец, он про пончика, да, это забавно. Привет пончику. Успенский, Санёк. Так, что вам еще рассказать веселого? Как тебе Димас-то? Димас-то замечательный человек. Просто прекрасный. У тебя классный голос, спасибо большое, очень приятно, когда говорят, что у меня хороший голос. Классный, как руководитель. Свидетель тоже у нас здесь как бы есть. Да, я сейчас в Казахстане нахожусь. Я нахожусь в районе Арбата. Вот это вот ЦУМ, короче. Я собирался провести вам небольшую экскурсию по нашему району красных фонарей, но так вышло, что у меня заряд батареи садится. Рашид петух. Ты петух, братан. Пидорас. На самом деле у нас цивилизованные люди, и мы крайне редко материмся, вот. Но иногда бывают ситуации, когда это просто необходимо. Вот, так-то Алматы тоже культурный город. Почти такой же культурный, как и Петербург. Вот, сейчас я, собственно, покажу местных бомжей. Вот они.
Сколько тебе лет? Ну слушай, по моему умственному развитию, по-моему, понятно, что мне всего 22. Я думаю, я развит на 22 или нет? Нет, наверное, нет, скорее всего, нет. Путин крутой. Честно, не знаю, не живу в его стране, поэтому не могу сказать. Будет батл подбиты. Я очень надеюсь, что поступит какое-то предложение на нашем местной. Да, Алматы прекрасный город. Поэтому я, собственно, здесь остался вместо того, чтобы переезжать в Питер. То есть я летаю туда только на время батлов. Остальной период жизни я нахожусь здесь. Ну, это, собственно, я уже говорил. Возможно, если меня кто-то набухает, будет пьяная трансляция. Это будет гораздо эпичнее. Но не сегодня. Пойдем, да, прогуляемся. Сейчас я больше панчи добавляй казахских мимасов. А я, кстати, решил, что все, больше не будет таких мимасов. В дальнейшем я буду батлить немножечко иначе. Ну вот последний, с третьего этапа выйдет батл. Там будут. А так пореже. Потому что люди говорят, что я с акцентом разговариваю. Мне от этого неприятно стало. Короче, сейчас мы идем по самому конченному месту в этом городе. Почему? Вы сейчас поймете. Короче, да, человек чуть не упал. Побольше флоу. Евгений, извини, пожалуйста, но мне не очень хочется соглашаться с тобой на батл. Я, наверное, пропущу, пацану. Что за Евгений? Почему Палмдропов не чекает директ? Слушай, да он зазнался, пидорас ебаный. Короче, вот это место, где люди ходят по зиратам, как бы. Да. У нас такие движения в Алмате обычно происходят. Вот. Здесь чаще. В этом райончике, короче, собирается одна шпана же из Шоколота. Они тут тусуются. Хуй пойми зачем. Просто тусуются, даже не бухают, не курят. Просто сидят. Да. Я считаю, это крайне неправильно. Вот мы только что стояли у помойки. Стасян, ты сможешь? Нет, Стасян не сможет. Нормальный пошлый. Вот тут как бы рамсы идут. Драки. Файтинги, бои. Вот, собственно, мы сейчас вышли на оживленный проспект. Алматинский Арбат. Да. А мы прошли магазин с сушняком. Мы можем просто прогуляться, посмотреть. Вот у нас тут, блядь, солнце светит, вам, наверное, не видно, но там, короче, плакат с йода. Меня узнают и такие, типа, бля, они вот так делают, такие лица. Вот так смотрят. Батя, это энрейдж. И просто смотрят. Ну, собственно, можете понять это по внешним лицам. Иногда бывают, подходят пофотографироваться. Вот, в общем, такие движения у нас в городе. Как бы очень напоминает Шанхай. Я был в Шанхае пару раз. Вот чувак узнал, я ему подмигнул. Обычно так сидят, смотрят, узнают, подмигивают. Весело. Да. Адам Хеллотайгер, да ты же знаешь меня в этом городе. Ты, по-моему, единственный, кто меня в этом городе узнает. Подкатывай, ты знаешь это место, наверное, братан. Ты знаешь, где мы находимся. О-о-о. Увеличение есть? Как увеличивать? Вот. В общем, сейчас уже закончится, скорее всего. Вероятнее всего, заряд батареи. Не надоело еще фрешблад? Да нет, я только начинаю так поднабирать обороты. Энрейд, женись на мне, обязательно, выходи за меня. Я тебя тоже. Правда, мы... Так ты в Карасу? Не, ребят, я говорю. Да, ты живешь рядом, ну давай вытягивайся, Адам. Мы тут, где мы будем? Пойдем там на Асыках. На Асыках мы будем, мы в натуре маслы пойдем играть. Ты знаешь, где Асыки? Давайте потягивайся. Вот тут бит. Вот, кстати, это очень круто. Сейчас. Чухаете? Чухаете? Это раздают стиля. Это жесткий флоу. Давай что, пойдем тогда двинем на Асыки? Назад развернемся? Ну вот, тихо, сейчас нельзя пропускать этот момент. Цветочки у нас тут, клумбочки есть. Тебя все знают, поздравляю, пожар, это здорово. А меня вот не все, оказывается. Вот, в общем. Рярио подсоединился. Ты что, смотришь, что ли, эту трансу? Она скоро закончится, родной.
Азиатский колорит, да, у нас тут все именно так. И мне это мне очень-очень нравится. Возможно, сегодня тусанем еще где-нибудь по городу, погуляемся. Я вот как бы по Павлодарскому своему кентишу, смотри, тени дерзкие. Самые дерзкие, кто-то ходит по ним. Наркоман. Вот у нас тут фонтаны есть, видите? Как бы тоже, ну, не в дыре живем. Фонтанчики. Так, что в Алмате вкусно поесть? Слушай, в первую очередь донер. Типа я хавал донеры в Москве. Да, у вас же это не донер называется, у вас это фалафель или шаверма, короче. Ну, короче, если вы будете в Алмате, не хавайте фалафель или шаверму, потому что вы прилетите назад, и вы уже не сможете есть ее у себя там. В Питере или в Москве, или в любой другой части России. Но я слышал, что на юге России, в принципе, кухня достаточно неплохая. Типа, еще более-менее что-то готовят. Вот мы на Асыки двигаемся, короче. У нас тут есть маслы. Кто в детстве играл, шарит здесь. А, вот бешбармак у нас охуительно готовят, да? Беш тема. Курдюк там, блядь. Казы у нас пиздатый. А там, смотри, тенечек даже есть. Да вон лавочка свободная. Где свободная лавочка? А, базару нет, базару. Только. Базару нет, там курить, да, по-моему, нельзя на этой лавке. Вот, из минусов у нас тут нельзя курить. То есть в Питере везде, в любой точке города можно жесть покурить. У нас тут как бы с этим напряги лавочка какая-то маленькая, скамеечка. Вот, в общем, такие дела. Санек 89. Всем здрасте, кто только-только присоединился. Подтягивайтесь на Кимэкс. Посидим, потрещим, поугараем. Расскажу веселую историю про то, как мы накурились с Браги, и он рассказывал анекдот. Слушай, пожар в Ронг, ВКонтакте, давай добавимся. Я, типа, у меня такой прикол, у меня такой фетиш в инсте, типа, ноль подписок. Не знаю почему. Мне кажется, это прикольно выглядит. Хотя мой братишка сказал, что он никогда таких долбоебов не видел, как я. Тут люди так смотрят. Когда люди матерятся, да, они такие. Оксимирона просто подпишись на одного и все. А, Оксимирона? Зачем? Оксиминога. Не надо. Я тебя на стадии заявок обожаю. Ой, спасибо. Ну, у меня прикольная заявка была, мне кажется, да. А потом что-то не так пошло. Что-то пошло не так. Ебабу фандами. Слушай, я даже не шарю за этими массы. Короче, если внезапно транса обрубится, вы должны понимать, что просто у меня разрядился телефон. Она не зависла? Нет, смотри, она чекается. Ну что, ребята, давайте еще пару вопросиков. А, кстати, смотри, если телефон разрядится, транса сохранится, да? Короче, давайте, ребят. Всем пока, всем приятно было с вами потусоваться. Ее удалить же можно. Потом, когда она уже в рэп-перископ попадет, это не надо, я не хочу, чтобы она попадала в майки.орг, заходи там, не пожалеешь, бро. Все, всем пока. Кто находится сейчас здесь? Сэмми 2306, всем, здрасте. Че, пацаны, все, вышли? А? Да похуй какие. Белый, значит, синий? Нет. Серый? Винстон синий вообще я курю. Кореец не знает, какие брать, Винстон синий пускай берет. Привет, ты крут. Привет, ты тоже крут, дружище, Сэмми. Индеец, салам. Салам вам от индейца, жизнь. Я даже в индейской жизнь, поло. Огил или Микси? Очевидно, что Огил. Мы с Огилом, кстати, общались в жизни. Обалденный чувак. Нормальный дядя. Вот. Потусили весело с ним. Когда батл? Слушай, ну, типа, на ближайший батл я сейчас готовлюсь, а третий этап он уже прошел. Вот, видосы должны выходить скоро, в ближайшем времени. Я думаю, когда выйдет третий батл, батл из третьего этапа, там будет помощнее, поништякове. Давай в сумку клади все. Где сядем? Здесь? Слушай, да здесь что-то такой райончик. Хотя похуй. Здесь просто колотень, шпинотень всякое. Ой, базару нет, от души, спасибо большое. Мой хоми подогнал мне сиги. На BM-фест ходил? Нет, не ходил на BM-фест. Мне кажется, я бы на газ-фест сходил.
Пау. Че, здесь присядем? Да, похуй. Вон там соска нормально сидит. Вот, мы, знаете, есть почта. Тебе понравилось, как ты сделал на третьем этапе? Да, мне кажется, я достаточно неплохо сделал на третьем этапе, да, бро? Согласись, родной. А, у меня же сжига, да, точно сейчас. Секундочку. Как относишься к Окси? Да, абсолютно нормально я отношусь к нему равнодушно. Каково быть аутсайдером Тимы Смоки? Ну, знаешь, дружище... На четвертом этапе он будет в русской национальной одежде. Типа, лучше быть последним среди тигров, чем первым среди голубей, братан. Вот что я могу тебе сказать. Вот что я могу тебе сказать, Евгений. Смельчайки. Барракуда. Всем здрасте, кто только присоединился. Всем добрый день. У нас достаточно странное время происходит трансляция. В понедельник днем. Помахать. Вот. Хорошо сказал. А, ты, наверное, про этот. Про голубей и тигров. Ну да, мне кажется, неплохо. Тебя Хоуми спалил на четвертый этап. То есть спалил. А, Смоки, ну да, как батлил. Ты, наверное, про это хотел сказать. О. Да, Жека, я же правильно понял, про трансу, которая была. Ну что-то может ВКонтакте перейти, а? Да? Мне кажется, ВКонтакте надо залететь. Мне кажется, что на данный момент ты наравне с МакКофе. Спасибо. А, нет? А кто меня спалил тогда на этом этапе? Расскажи, мне будет очень интересно. Послушай. Национальной одежды. Ну да, национальной одежды же выйду. Белорусский. Не, просто это шоу Хавана было. Очень забавное. Так лучше будет? Так кончено, да, будет? Фух. Мне кажется, надо в ВКонтакт пойти. Там мне больше трансляции нравится. Хотя здесь они не подлагивают, вроде. Что скажу по поводу чего? Могу сказать по поводу Казпочты. Мы вот находимся напротив здания нашей Казпочты. Она у нас работает чуть лучше, чем Почта России. Но тоже достаточно стремновато. Вот у нас вот такие вот улочки. Видите? Блэк. Да, Блэк Айскрим. Скрытая реклама Айскрим. Скажи про Сойера. Сойер красавчик. Что я могу про него сказать? Замечательный человек. Приятный дядя. Веселый. Бухает, правда, как Палмдропов почти так же на том же уровне. Ну, как мы все. Это плохо. Вот. Что еще вам рассказать, дорогие мои друзья? Что-то мертвый, да? Дружище. Мертвяк. Вы посмотрите на это довольное пузо. Да? Думаешь? А мне кажется, ВКонтакте поприкольнее. Мне там больше нравится. Я в инсте вот не пробовал транслировать, сейчас только попробовал. Какая-то странная тема. Да, алкаши. Ну да, мы пьем, наверное, сильно. Вот в наше время. Мне кажется, половина людей просто выбежала сюда, двигают на эти насыки. На осыках нас ищут. Ну кто-то точно. Вульф присоединился. Слушай, это так много энергии занимает. Ну типа, отбирает. Это вся хуйня. Сидишь, пиздишь, да, без остановки. Посмотри на мои глаза, пуговицы. Пиздец, они же уже. Не вывозят. Да. ВК-рэп перископ не парится, соответственно, из-за этого гораздо приятнее. Сейчас к вам подлечу. Давай, Евгений. Ты же, по-моему, как? Я могу я чекнуть его, да, страницу? Нет. Нельзя, да, чекать так страницу? Даже чекнем все. Через я тоже не смогу так чекнуть. Ну только, пожалуйста. Мне кажется, нет, чувак пиздит что-то. Я имею в виду, просто пиши его логин и все. 17.03.27. Господи, 17.03.27. Очевидно, что этот человек не отсюда. Откуда? С Питера, я думаю. Как его, Евгений?
Сам говори. Евгений Нижний против. Слушай, меня уже что-то вырубают, прикинь, обалдеть. Еще вот эти, все, что-то мертво здесь. Ну что это такое? Алкаш. Нормально, Александр Дикский, готово. Окей, всем. Людям здрасте. Че это, чувак, сапи? Москвич, стопудово. Евгений, я вижу твоего лицо, у тебя смешное лицо. Я думал, у меня смешное лицо. Конечно, на сапи, блядь, выпуск по-русски написано. Выпуск по-русски, это уже, да, не это. В 2015 году выпустился. Ебать. А мы в каком? Мы тоже? А, в каком? Мы в 2013 году выпустились? Нихуя себе. Привет, привет из Украины, привет в Украину летит. Салют вам всем. Как жизнь? Надеюсь, после батла с МакКофи вы меня не будете сильно кусать в Украине. А, на Украине. Женя, ты Марцева. На тебя жена ресторатора подписана. Он чисто через ее страничку тебя палит, понимаешь? Я знаю, да. Я знаю, что Евгения Тимарцева подписана на меня. Сашка Тимарцев шпион, блядь. Он не сидит в инсте, он же говорит, что нет инсты, нет вагины, нет инсты. Так, что еще вам интересного рассказать, господа? Мне кажется, надо небольшой перерыв мне взять, чуть-чуть с моими друзьями некоторые вещи обсудить. Возможно, позже, ближе к вечеру, мы залетим в прямой эфир еще раз.